Сбербанк стал участником уникального проекта «Линия жизни». Благодаря ему только за прошлый год было спасено больше 1000 жизней. Система экстренной помощи с использованием современных технологий создана для ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и инвалидов. Сколько человек в этот раз получили тревожную кнопку, расскажет Наталья Райм. Нина Костынюк – жительница блокадного Ленинграда. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 4 года. Сейчас женщине 80. У нее больное сердце, состоит на учете у нейропатолога и страдает ревматизмом. Но, несмотря на это, она еще и куратор общества жителей блокадного Ленинграда. Нина Михайловна, обратите внимание, мы представляем вам данное устройство, мобильное устройство, которое оборудовано кнопкой экстренного вызова СОС. Спасибо. Я тронута вашим вниманием. Большое спасибо от всех блокадников. «Линия жизни» – это круглосуточная система помощи пожилым людям. Она особенно необходима в тех случаях, когда человек не в состоянии самостоятельно набрать номер телефона или позвать на помощь. Система работает посредством мобильных или стационарных устройств, которые оснащены тревожной кнопкой СОС. Еще недавно социальный проект был на грани закрытия из-за недостатка финансирования. Узнав об этом, Сбербанк поддержал «Линию жизни». Банк оплатил годовое обслуживание системой 150 подшефным ветеранам, проживающим в Алматы, и приобрел необходимое количество мобильных устройств. Данное устройство позволяет одним нажатием на кнопку экстренного вызова СОС направить сигнал вызова в центр помощи «Линия жизни», где оператор по индивидуальной карте абонента сразу определяет степень угрозы риска здоровью. Этот аппарат был разработан специально для той категории людей, которые не особо разбираются в современных мобильных устройствах. Здесь есть функция обычного телефона, есть фонарик. Но самое главное – это вот эта красная кнопка. Если мы на нее нажмем и подержим 2 секунды, то этот сигнал попадет в колл-центр, и помощь приедет незамедлительно. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Многие из них живут одни, без родственников или опекунов, поэтому в экстренной ситуации они остаются одни и без помощи. Забота о них – это наш общий долг. Благодаря своевременной помощи только за 2016 год более 1000 ветеранов были спасены. Для нас большая честь и большая ответственность стать партнером проекта «Линия жизни». В целом, социальный проект «Линия жизни» помогает больше 5000 казахстанским пенсионерам и ветеранам. Со всех регионов республики экстренные сигналы поступают ежеминутно. За 2,5 года существования проекта спасено больше 1700 человеческих жизней. Наталья Райм, Даниил Жусупов, Информбюро, Алматы.